Доброе утро. Добрый день, коллеги. Проверка связи, как слышно? Хорошо, хорошо слышно. Отлично. Он там и огоньки, поэтому я думаю, что нормально все слышно. Их попросил, как ты ж можешь. Количество участников постоянно у нас увеличивается. Коллеги, кто присоединился? Напишите, пожалуйста, из каких вы городов, для того, чтобы было понимание, на каких территориях фокусироваться. Воронеж, Оренбург, Ульяновск, отлично, Самара, Казань, Курск даже есть. Сегодня, коллеги, мы будем показывать результаты, и вебинар будет посвящен прежде всего региону Поволжье, Сибири, Дальнему Востоку. А те, кто из команды и из территории центр подключается, есть возможность данный вебинар, мы проводили неделю назад, можно будет посмотреть его в Ютубе. Фокус на Оренбург. Хорошо, хорошо. Саратов. Угу. Отлично, отлично. Коллеги, доброе утро. Доброе, доброе. Башкортостан, Татарстан, отлично. Я думаю, еще минутку, наверное, коллеги, подождем, да? У нас уже 51 участник, 52, постоянно растет количество. И будем начинать. Коллеги, я предлагаю начинать. Добрый день, меня зовут Афанасий Иван, компания Сингента. Я отвечаю за группу технических экспертов по семенам подсолнечника. И мы рады вас приветствовать на ежегодном и традиционном ставшем уже вебинаре, на котором мы делимся результатами сезона, как себя проявили гибриды, какая экономическая ситуация складывается, какие есть вещи у компании Сингента со стороны новых программ, решений. Да, то есть все это мы освещаем в рамках нашего вебинара. Сразу хотел бы сказать по навигации. Да, то есть есть чат, в котором можно писать какие-то вещи, да, то есть обсуждения. Если у вас конкретно
вопрос по какой-то из тем, или слайду, или результатам, есть блок вопросов, и в блоке вопросов можно это реализовывать. Мы сегодня обсуждаем результаты урожайности региона Поволжье, Сибирь и Дальнего Востока. И прежде всего я хотел передать слово Михаилу Григорьеву, бизнес-аналитику компании Сингента, для того, чтобы он осветил, а что вообще у нас сейчас происходит на рынке. И каждого из нас это волнует, потому что сезон нетипичный, нестандартный. Да? То есть мы, конечно, идем по гипертрофированному графику, если смотреть погодные условия там, 2017 года. Это вносит свои коррективы и, соответственно, какие вызовы и, соответственно, ответы рынка мы сейчас имеем. Михаил, прошу. Коллеги, доброе утро. Говорят, то, что вы меня не очень хорошо видите, но надеюсь, что слышите. Меня зовут Михаил, менеджер по бизнес-аналитике компании Сингента. Отвечаю также за исследование рынка. Давайте начнем смотреть нашу презентацию. Ну, первое, что хотел бы отметить, это сев озимых культур, который произошел в стране. Вот здесь прогноз от компании ИКАР, ну, уже факт практически сева. Посеяли в стране 16,7 миллионов гектар озимой пшеницы. Почему это оценка? Потому что, в принципе, нету точных данных именно сева озимой пшеницы, есть только сев озимых всех. Вот. Но это такая оценка, которая вот по основной культуре посеяли, я здесь, извиняюсь, я тут сказал 16,7 это в прошлом году, 16,2 в этом году посеяли озимой пшеницы. Ну, предполагается, что вот красная линия это то, что получится после перезимовки. То есть после перезимовки в прошлом году была великолепная перезимовка, 16,5 миллионов гектар. В этом году при стандартном уровне перезимовки будет, скорее всего, 15,6 миллионов гектар весной. Где у нас произошел провал? Провал произошел в регионе Центр. Не досеяно 900 тысяч гектар всех зерновых. Ну, там пшеница это примерно 700 тысяч гектар не досеяно. 700-800. Где произошла компенсация? Компенсация как раз произошла на Волге. Плюс 400 тысяч гектар было посеяно на Волге. Это близко к рекордному. Рекорд был в 2020 году. Вот вы видите вот здесь вот. Вот здесь вот вы видите то, что у нас более интенсивный сев на регионе Волга был. Перейдем на следующий слайд. Что касается состояния озимых культур, вот буквально Росгидромет выпустил традиционные 25-26 числа свою оценку по состоянию озимых культур. Это в целом состояние по России. Оно такое же, как в прошлом году. В принципе, все, что посеяно, все в хорошем состоянии, в плохом и не в зашедшем только 3%. Тут у меня нету слайда, как происходит, какое состояние озимых в регионе Волга, но я скажу это словами. Состояние отличное, лучшее состояние практически за все последние годы озимых культур. Посеяли вовремя, вовремя прошли осадки. Соответственно, что касается состояния озимых культур, все неплохо в регионе Волга. Ну и есть другая проблема, это ход уборочных работ кукурузы и подсолнечника. Все мы знаем, что уборка буксует по этим двум культурам, в частности, в регионе Волга. Здесь тоже нету отдельных слайдов по региону Волга, тоже скажу словами. Посеяно 450 тысяч гектар кукурузы на зерно в регионе Волга. Ну, при Волжском федеральном округе это не совсем там, сходится с нашим региональным распределением компании Сингент. Но для простоты возьмем Приволжский федеральный округ. В этом году посеяно 450 тысяч гектар кукурузы, убрано там в районе 270-280, по-моему, данные пришли, уже финальные данные. То есть дальше мы узнаем, сколько будет убрано уже только весной. И вот подсолнечник – это другая как бы,
боль, да, получается, что до сих пор его убирают в регионе Волга. Но вот здесь данные по России, пришли еще свежие данные, не убрано 2,4 миллиона гектар. То есть на текущий момент, по данным Минсельхоза, убрано 7,6 миллионов гектар подсолнечника в стране. Ну, большинство из неубранных площадей в регионе Волга. Ну, в ближайшие где-то там неделю прогнозируется более-менее неплохая погода, то есть мороз и отсутствие сильных осадков вроде как. Поэтому, наверное, еще в ближайшую неделю сельхозпроизводители успеют немножко интенсифицировать уборку. Что касается мировых цен на зерно, ну вот вы видите, они сейчас находятся на уровне, скажем так, до 24 февраля. То есть рынок мировой адаптировался к ситуации геополитической, которая происходит. Зерно с Украины, оно уходит, в частности, пшеница и кукуруза. Вот. И получается, что цены на уровне прошлого года сейчас находятся, мировые, на пшеницу. Что дальше будет? Ну, я бы так сказал, что дальше, в первые три месяца нового года вряд ли сильно изменятся цены. Возможно, они немножко пойдут вниз. Там два крупнейших поставщика пшеницы в южном полушарии – это Аргентина и Австралия. В Аргентине не урожай, будет произведено 11-12 миллионов тонн из-за засухи вместо 22 в прошлом году. А вот в Австралии, наоборот, очень, очень приличный, даже близкий к рекорду урожай, 36 миллионов тонн. Вот 36,5 миллионов тонн вчера опубликовало Министерство сельского хозяйства Австралии. Но там проблемы есть определенные с качеством, то есть они друг друга компенсируют. И, соответственно, скорее всего, текущие балансовые показатели мировые, они останутся в первом квартале следующего года примерно такими же. Дальше уже будет состояние зимах влиять, ну и другие факторы, уже факторы нового урожая. Что касается экспортного потенциала России, в этом сезоне он огромный. Вы знаете, что большой урожай зерновых, ячменя, пшеницы плюс кукурузы. Вот. И получается, что экспортный потенциал, ну здесь, наверное, он даже еще больше по пшенице, он порядка 50 миллионов тонн. На период до 20 ноября вывезли 16,5 миллионов тонн. Сейчас эта цифра, насколько я знаю, она там близко к 18-19 миллионов тонн уже. Но что стоит отметить, что, скорее всего, произойдет такая ситуация, что все не удастся будет вывести. То есть аналитические агентства говорят о том, что предел вывоза, наверное, 43-44 миллиона тонн. То есть вот 5-7 миллионов тонн, скорее всего, только по пшенице они останутся на следующий год. Что касается цен внутри страны, конечно, на цены внутри страны влияет такой показатель, как динамика экспортных пошлин на зерновые. К сожалению, мы с этой ситуацией живем, и она сильно влияет на цену, уменьшает цену внутреннюю в стране. Сейчас пошлины по пшенице 2,8 тысяч рублей, 2,3 тысячи рублей у нас по ячменю, нулевая пошлина по кукурузе, потому что кукуруза сейчас стоит на базисе ФОП, стоит меньше, чем цена отсечения этой пошлины. Второй фактор, который влияет на цену зерна внутри страны, это курс доллара, курс к иностранной валюте, потому что это экспортно ориентированная наша отрасль. Но вот последние буквально там пару-тройку дней наблюдается достаточно серьезное увеличение курса доллара по отношению к рублю. Возможно, это связано там с введением нефтяного потолка цен. Там оценить это влияние пока очень сложно. Вот. Но это повышение курса сейчас скорее идет в копилку сельхозпроизводителям, потому что за счет этого курса краткосрочно, пока не адаптировались пошлины к новому уровню курса, краткосрочно возможно увеличение цен как на зерновые, так и на масличные культуры. Дело в том, что пошлины рассчитываются с определенным лагом,
И вот в этом определенном лаге есть возможность увеличения цены. Здесь вы видите цены на кукурузу и пшеницу внутри страны. Видно, что ну, это средний индекс цен от компании «Прозерно». Здесь видно, что цены намного ниже, чем прошлый год. То есть, в прошлом году в это время цена на кукурузу доходила 15 тысяч рублей, сейчас она 11 тысяч рублей с НДС. На пшеницу четвертого класса это там, не доходит до, там, даже меньше в регионе Поволжья, я знаю, да. 10-11 тысяч рублей за тонну, в прошлом году это было больше 16 тысяч рублей. Ну и пару слов про цены на подсолнечное масло и подсолнечник. Ну вот вы видите, что цены на подсолнечное масло ведут себя примерно так же, как и цены на пшеницу мировые. Был определенный всплеск, связан с геополитической напряженностью. Сейчас они на уровне вот до 24 февраля. Естественно, у нас сильно влияет это курс. Пошлин сейчас на подсолнечное масло нету временно, потому что курс доллара и вот эта цена, она делает возможность беспошлинного вывоза подсолнечного масла временно пока что. Ну и вот, соответственно, сейчас стоит отметить, что потихонечку начало повышаться цены на подсолнечник. Это связано с тем, что переработчики сейчас пополняют запасы на фоне такой не очень благоприятной уборки. Ну и сейчас немножко курс доллара немножко позволит повысить цены на подсолнечник. Если вот говорить там в течение там 1-2 месяцев, как мне кажется, что цены еще имеют потенциал роста, ну, близко к 28-27 тысяч рублей за тонну. Но это цены идеального подсолнечника. Естественно, переработчики делают скидки определенные на подсолнечник из-за того, что качество не идеальное. Но вот если брать качество идеального подсолнечника, скорее всего, такую номинальную цену, наверное, скорее всего, в ближайшее время можно ожидать небольшого роста цены. Прежде всего, связано с ростом курса доллара. В принципе, у меня все. Всем спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Передаю слово Ивану Афанасьеву. Спасибо большое, Миш. И да, Михаил коснулся уже, как это повлияло и как мы увидим это сейчас на рынке. Вот. А с чего это все начиналось? Все начиналось, конечно же, с погодных условий. И чтобы их проанализировать, необходимо, конечно же, смотреть не на какие-то частные случаи, да, то есть погодные условия всегда характеризовать очень тяжело, потому что в рамках одной области, района, да, то есть неравномерно выпадают осадки, какие-то заморозки, какие-то неблагоприятные условия складываются. Поэтому мы будем сейчас пройдем погодные условия и посмотрим не на те вещи, которые различались, а те вещи, которые были общие. На слайде вы видите погодные условия на примере Саратовской области, да, то есть с левой стороны, получается, по оси у нас представлен температурный режим, да, в виде кривых, серым обозначена максимальная температура, зеленым средняя температура и таким более светло-коричневым это у нас обозначены минимальные температуры, да. Коричневым цветом выделены осадки, они в миллиметрах выражены, да, то есть здесь мы видим с вами Саратовскую область, погодные условия, Самарская область, Безенчукск, город Безенчук. И я, наверное, хотел бы остановиться на Оренбурге, да, то есть как бы я именно обобщить, какие погодные условия складывались вообще в регионе Поволжья, да, то есть и в Волгограде, и в Саратове, в Самаре, Ульяновске, Пензе, да, то есть вот, ну, в большинстве территорий. Что у нас общего было и как можно охарактеризовать погодные условия? Я прежде всего хотел бы их охарактеризовать как стрессовые, да, то есть с чем это связано, и мы с вами видим,
видим это на графике. То есть первая половина вегетации у нас, первая, когда у нас началась посевная кампания, не все хозяйства успели отсеяться вот до вот этих дождей до 10 мая. И большая львиная часть региона Поволжья все-таки отсевались в период уже после майских дождей, да, то есть это были окна в конце мая, либо это было уже даже начало июня. То есть, когда мы начали задавать хозяйствам вопрос, да, то есть в практике даже были хозяйства, которые 20-21 июня закончили посевную кампанию, да, то есть как бы вот эти вот, это первый стресс, который, можно так сказать, почему у нас сейчас 2,4 миллиона гектар подсолнечника осталось в России неубранных, и из них порядка 2 миллионов гектар, это приходится на регион Поволжья. Те хозяйства, которые все-таки успели отсеяться там до 10 мая, до выпадения осадков, с чем они столкнулись, что посевы кукурузы и подсолнечника из-за низких температур растения развивались очень медленно, а сорняки, наоборот, развивались быстро и начинали конкурировать. И многие хозяйства пришли к тому, что требовалось, например, на гибридах для сульфотехнологии использовать два раза использовать гербицидные обработки, то есть дробили 50 грамм, 25 плюс 25 работали. Некоторые хозяйства на кукурузе работали два раза гербицидами, да, то есть вот это вот как раз-таки вот это эффект этих погодных условий. Если же мы говорим за те хозяйства, которые отсеялись уже в конце мая, начало июня, да, то есть с чем они сталкивались, если проанализировать погодные условия июня и июля, то если посмотреть на сумму эффективных температур по сравнению с 2021, 2020, 2019 годом, то у нас, помимо того, что мы позже с вами отсеялись, мы еще с вами, еще погодные условия складывались так, что количество эффективных температур по сравнению с предыдущими годами было минус 20, минус 80 градусов. То есть, если это перевести в, ну, так вот, в дни, то мы с вами отстали по посевной кампании где-то на 2-3 недели, и плюс погодные условия нам несли еще дополнительную, получается, задержку в виде недели, полторы недели шла задержка по, получается, по развитию, по вегетации. Далее у нас температурный режим начал восстанавливаться, как бы все устаканилось, культуры нам нравились, да, и вот, вот здесь, когда аналитические агентства проводили анализ и делали уже первые прикидки, они столкнулись с тем, что, ну, просто колоссальная площадь, плюс состояние культуры довольно неплохое, и нам пророчили 17 миллионов тонн подсолнечника к уборке, да, то есть, как бы, ну, это довольно такой рекордный показатель, да, то есть, что произошло у нас в августе месяце, и если, ну, вернуться там на предыдущие территории, это было абсолютно весь, во всех территориях, хоть Самарская область, хоть это Саратовская область, да, во всех этих территориях в августе месяце отсутствовали осадки и довольно были высокие температуры. Это приводило к тому, что потенциал наших растений, да, то есть он значительно снизился, и потенциал урожая начал снижаться. Плюс, что еще произошло? В многих территориях наблюдался такой эффект, агрономы между собой его называют эффект фена, когда высокая температура, отсутствуют осадки, низкая влажность и довольно высокий скорость ветра, да, это приводило к тому, что просто происходила вот как диссекация подсолнечника, да, то есть и вот здесь мы многое потеряли. И здесь вот представьте, да, то есть там у нас до 1 сентября погодные условия складываются так, что высокие температуры. И 2 сентября, там 8 сентября в многих территориях наблюдались заморозки. Это привело к тому, что поздние сроки сева, поздние гибриды и, получается, гибриды кукурузы там с поздним ФАО, они нормально не наливали уже, да, после вот этих вот заморозков. И этот период начал затягиваться. И вот он нам третий стресс –
в виде, получается, осадков, которые выпадали и не давали возможности нам спокойно с вами провести уборочную кампанию. Все вот эти вот, если их посчитать, там три стресса, которые были, начались с самого еще весны, да, и закончили, получается, осенним периодом. Все это привело к тому, что мы с вами имеем ситуацию гипертрофированную 2017 года. Но в 2017 году у нас осталось в поле около 1 000 000 гектар подсолнечника, 1 200 000, там не по неофициальным. А вот сейчас же у нас остается в поле около 2 000 000 гектар. И это, конечно, сложный для нас вопрос. Но хочу что отметить. То есть те хозяйства, которые проводили, отсеялись либо ранней генетикой, ранними гибридами, либо провели посевную кампанию в ранний период, получают довольно неплохие урожаи. Да? И сегодня мы покажем результаты по подсолнечнику, и по кукурузе. И эта работа, да, то есть и вот эти результаты, они, конечно, основаны благодаря вам. И, конечно же, это селекционеры компании Сингента, которые с этими погодными условиями и гибриды адаптируются именно под те условия, где мы сейчас с вами и возделаем данные культуры. Поэтому здесь проведена колоссальная работа. И для того, чтобы в некотором случае понимать, где лучше расположить, смотреть за своей культурой, да, в течение вегетации, потому что площади огромные, плюс подобрать правильно гибриды, да, для участков. Да, хорошо, это наши менеджеры по продажам. Но есть еще у нас и прорывные технологии, да, то есть о них расскажет Сергей Гриднев. Спасибо, коллеги, таким как CropWise Operations и Seed Selector. Сергей, прошу тебя. Добрый день. Меня зовут Сергей Гриднев. Я эксперт по внедрению цифровых сервисов в компании. Так, в первую очередь, с чего бы хотел начать. Сам Seed Selector, да? Вернее, начну даже с CropWise. А что такое CropWise? CropWise – это зонтичный бренд, объединяющий под одним названием цифровые продукты компании, которые работают, в принципе, в различных регионах мира. Создание самой платформы CropWise – это глобальный шаг цифровой компании, цифровой стратегии, вернее, по интеграции цифровых решений и объединению лучших возможностей своих продуктов на различных рынках. Собственно говоря, это помогает сельхозпроизводителям повышать эффективность и рентабельность, и также поддерживать устойчивое развитие. Пользователи платформы во всех странах получают удобный доступ к своим полезным функциям на всех цифровых решениях CropWise, причем нет необходимости переносить данные из одной системы в другую, то есть это принцип работы в одном окне. И первый сервис, с которым я вас сегодня познакомлю, это CropWise Seed Selector. Это онлайн-сервис, именно онлайн, это работа с браузера, который помогает сельхозпроизводителям наилучшим образом подобрать семена для каждого поля и, следовательно, получить высокую урожайность с каждого гектара посевной площади. Система предоставляет рейтинг гибридов кукурузы и подсолнечника, причем с учетом условий окружающей среды, сильных сторон продуктов, ну и, что немаловажно, целей агропроизводителей. Используя более 15 тысяч точек опытных участков гибридов кукурузы и 13 тысяч участков гибридов подсолнечника, сервис предложит каждому агропроизводителю индивидуальный план посева с рекомендацией лучшего гибрида и оптимальной нормы высева по каждому полю. В совокупности получается более 28 тысяч точек с проводимым исследованием, причем как коммерческими, так и научно-исследовательскими центрами компании Сингента. Эта информация предоставляется для работы непосредственно системы Seed Selector.
Оценка гибридов производится в 15 природно-климатических кластерах. Во внимание, кстати, берутся данные о погоде за последние 20 лет. Оценка возможных соотношений температуры и количества осадков за, ну, как за период вегетации, так и за зимний период. Также учитывается и тип почв. В расчет берется, кстати, квадрат 250 на 250 метров. При этом оценка идет по условиям развития культуры, соответственно, вот наиболее благоприятных и вплоть до самых стрессовых, и разделяются на группы. В алгоритм выдачи рекомендаций непосредственно зашито три основных параметра. Первый параметр, это наиболее ценный, да, для агропроизводителя, это урожайность, который разделен на 5 как бы подгрупп. Если брать, в пример, кукурузу, да, это самый низкий, то есть очень низкий параметр от 30 до 50 центнеров с гектара урожайность, низкий от 50 до 70, средний 70-100, и высокий 100-130, и очень высокий 130 и более. Второй параметр – это почва. Здесь несколько проще, разделили, в принципе, на три группы. Это легкие почвы, средние и, соответственно, тяжелые. И третий параметр – это уровень стресса. В его основу, в основу расчета этого параметра взято соотношение температуры к осадкам. И, соответственно, тоже поделили на пять групп. Начиная от, как я уже говорил, благоприятных условий до высокострессовых. Гибриды, которые возделываются на опытных участках, получают оценку во всех кластерах. Когда выдается рекомендация, учитываются все доступные данные, подбираются по совпадающим условиям. При этом минимальный порог по выдаче рекомендации как минимум 8 значений, совпадающих с исследуемыми. Но при этом есть и ограничения. На качество выдачи рекомендаций может влиять, ну, например, севооборот, система питания, там, какие методом была проведена почвообработка. Эти данные, конечно, сложно учитывать на постоянной основе, особенно если дело касается коммерческих участков для испытаний, потому что, в принципе, не все агропроизводители готовы делиться этой информацией. Также еще происходит компенсированное влияние ограничивающих факторов за счет формирования групп исследований по уровню урожайности. Так, здесь вы, собственно говоря, видите, как происходит подбор гибридов. Слева это подбор гибридов подсолнечника, справа, соответственно, кукуруза. Когда вы берете поля, где планируется возделывание культуры, происходит дальнейшая настройка самих параметров гибридов. Для подсолнечника, соответственно, это диапазон урожайности, тип получаемого масла, технология возделывания. Есть ли заразиха на полях? Причем, если вы знаете, какие расы, то, соответственно, нужно указать. Нужна ли устойчивость к мучнистой расе и к какой расе? И, соответственно, требуемая группа спелости. У кукурузы чуть-чуть поменьше. Идет также подбор, начинать, вернее, подбор с выбора диапазона урожайности, установление предельных значений ФАО и будет ли кукуруза на орошение. Так, следующим этапом будет для обеих культур выбор уже по качественным характеристикам. Для подсолнечника это засухоустойчивость, устойчивость к ржавчине, фомопсису, пепельной гнили, белой гнили, причем белая гниль в двух формах, корзиночная и стеблевая, скорость раннего развития и интенсивность гибрида. Для кукурузы это будут скорость влагоотдачи, скорость раннего развития, холодоустойчивость и засухоустойчивость. Вот таким образом выглядят уже готовые, ну, вернее, перед тем, как сформировать непосредственно уже предложение, рекомендацию, вернее, появляются такие окна, и где можно уже посмотреть, на какие поля, какие гибриды, сколько посевных, в какой норме рекомендуется. В таком красивом формате можно выкачать файл PDF, соответственно, распечатать. Так,
следующий цифровой сервис, с которым хотел вас познакомить, это сервис по прогнозу уборки кукурузы на зерно и на силос. Так, на практике, ну, оптимальный срок уборки кукурузы на силос определяется, в принципе, содержанием в зеленой массе сухого вещества. Вот. Причем большинство производителей, кто занимается животноводством, стараются убирать культуру в период, когда содержание в ней сухого вещества находится в пределах 30-35%. Силос кукурузы, в принципе, в основном это используется на корм молочному стаду. Причем в этой случае главной целью агропроизводителя является получение максимального количества крахмала, усвояемого крахмала. Но часто поймать сам этот момент довольно-таки проблематично, особенно если учитывая, что в современных реалиях полей много, агрономов мало. И пробежать ножками, грубо говоря, да, все поля очень сложно. Собственно говоря, поэтому для упрощения работы агронома сервис присылает вот такого вида уведомления за 10 дней до наступления фазы кукурузы, в которой будет количество сухого вещества находиться в пределах 30-35%. Причем с разбивкой полей на группы по времени подхода их к уборке, начиная с самых ранних, которые подойдут первыми поля, и заканчивая самым поздним, то есть в иерархическом порядке. Причем в первую очередь рекомендую обратить внимание на те поля, где однородность индивиа наиболее низкая. Как вот в этом, да, столбце указано, средняя, низкая однородность. И вот там, где эта однородность низкая, нужно посмотреть, если нет физической возможности выехать на поле, да, сейчас, в ближайшее время, то хотя бы посмотреть через CropWise Operations, посмотреть в контрастном NDVI, посмотреть в обычном NDVI, что, собственно говоря, явилось причиной такого неоднородности. Что бывает чаще всего? Что может послужить причиной? Это рельеф, неоднородный рельеф, допустим, на поле есть лощины, либо овражки, либо, наоборот, это холм какой-то. Может быть неоднородность из-за типов почв, может быть неоднородность из-за засорения, сильного засорения. Вот. Либо, допустим, это некорректная граница поля. Где-то захвачен кусок лесополосы, либо захвачена дорога. Вот. И другие причины. В качестве пилотного проекта уже в уходящем сезоне было протестировано прогнозирование уборки кукурузы на зерно. Причем с возможностью отсортировки по уборочной влажности 18, 24 и 32%. А данная рекомендация приходит за неделю до рекомендуемой даты уборки. И, помимо всего прочего, данный сервис помогает правильно рассчитать логистику техники, которая будет задействована, соответственно, в уборке кукурузы. Помогает распланировать трудовые ресурсы, соответственно, расставить работников, рассчитать, где какой сотрудник будет проходить. Далее, соответственно, прогноз в системе выглядит вот таким образом. Указываются поля, засеянные гибридами, какой гибрид на какой площади и когда подойдет к указанной влажности зерна. Поля устраиваются также в иерархическом порядке. Для того, чтобы воспользоваться цифровыми сервисами, те, кто еще не имеет доступа к CropWise Operations, необходимо предоставить поля либо в электронном формате, это shapefile, KML-файл, либо фотографию, вплоть до той фотографии, которая висит на стене у агронома, но с привязкой к местности. Чаще всего это населенный пункт, близлежащий. Севооборот за текущий, вернее, уже за прошедший сезон и за грядущий. Плюс указать гибриды, которые вы собираетесь высевать, фамилию, имя, отчество того, кого вы будете, кому собираетесь дать доступ, должность, email, корректно работающую почту, номер телефона и уровень доступа, и историю технологической операции или агрооперации, то есть в первую очередь интересует дата сева. Собственно говоря, у меня на этом все.
предоставляю слово дальнейшем. Дальше нашему спикеру Игорю. Доброе утро, коллеги. Спасибо, Сергей. Да, меня зовут Тимошенко Игорь. Я портфолио-менеджер по гибридам подсолнечника в России и Казахстане. А я могу туда слайды листать? Сейчас. Внизу. А, могу, да. Отлично, спасибо. Хотел бы схематично вам показать портфель, рассказать, что у нас ожидает в ближайшее будущее, какие перспективы. Здесь изображен наш портфель действующий и включающий те гибриды, которые мы получим в ближайшее время. Как смотреть, видите этот слайдик? Смотрите, слева это группа спелости в днях. Днях от всходов, от получения всходов до достижения 7-8% влажности. Хочу вас предупредить, да, аккуратно пользоваться этой информацией. Это цифры относительные, то есть это не абсолютные величины, которые зависят от многих факторов. То есть, к примеру, один и тот же гибрид, который посеян в одно и то же время на юге и где-нибудь на Западной Сибири, да, в Алтае, могут созреть с разницей в 4 недели, почти месяц. Вот, поэтому здесь нужно обращать внимание именно на сумму активных температур, так как подсолнечник – это термофильная культура, и для каждого физиологического этапа растению нужно накопить какое-то количество активных температур. Для всхода, к примеру, от 90 до 130 дней, вот, и для созревания там, от 1700 до 3000 плюс. Поэтому хотел бы сказать, что все эти показатели в днях, они все очень и очень относительны. И относительная скороспелость показана только для того, чтобы можно было ориентироваться, сравнивая гибриды между собой. То есть, к примеру, Санай, условно, да, гибрид среднеранний, вот, и можно смотреть на кросс-сегментарное деление вот, портфеля, вот, как по отношению к Санаю тот или иной гибрид при прочих равных, да, то есть в классике какой-нибудь гибрид, там, в сульфа сегменте и так далее. По типу масла, то есть мы разделили портфель также не только по технологиям, но также по типу масла, слева высоколиновые, справа линолевые. Хотел бы обратить внимание, что, несмотря на то, что сейчас высоколинка находится на, ну, можно сказать, низу волны, да, то есть мы несколько лет назад увидели активное развитие линки, давали хорошие премии, вот сейчас пока что рынок находится в стагнации, вот высоколинки, есть небольшие такие спотовые очаги спроса, вот, но они, можно сказать, уже устойчивые, вот, и пока что в ближайшее время перспектив особо нет. Вот. Это связано в первую очередь с тем, что основной рынок потребителей высоколинки находится в Западной Европе, вот, и исторически сложилось, что импорт растительного масла из Европы только на 1% состоял из российского. То есть понятно, что Украина в свое время, да, поставляла, вот, и в этом году тоже поставляют высоколиновое масло. Ну, плюс европейские производители вышли на хорошие показатели урожайности высоколиновых гибридов. Вот, поэтому сейчас для нас перспективы – это развитие внутреннего рынка, которое сейчас, сами понимаете, будет немножко заторможено, да, и также экспортный потенциал на Индию, ориентированный на Индию и Китай в первую очередь. Вот, поэтому в ближайшее время, вот, 2-3 года бурного развития линки не будет, но мы, тем не менее, уже готовы к этому и развиваем наш портфель в этом направлении. У нас есть классика, да, вот арка особенно вот для вашей зоны хорошо подойдет. Есть Clearfield продукты эксперта Колумбии и новинка у нас Суванга. Также у нас очень активно развивается линолевый сегмент, то есть сегмент с классическим линолевым типом масла. Вот. И уже на данный момент вот, хотел бы сказать, что компания Сингента тратит десятки миллионов долларов ежегодно на исследование развития продукта, на поиски новых источников устойчивости к патогенам, новые стратегические нишевые также зоны вот, рынка. И несмотря на это, то, что уже каждый год активно портфель развивается, уже на данном этапе Сингента обладает самым
сбалансированным портфелем на рынке. То есть у нас есть продуктовые решения для любой территории и для любой технологической группы. И мы идем сейчас по пути упрощения, консолидации портфеля, но только там, где это возможно. То есть, к примеру, если мы возьмем среднеспелую группу в классике, да, то есть, вот, видите, вот, технологические группы, классика, Clearfield, Clearfield Plus, Sulfa и за новую технологию я еще потом расскажу. То есть в классике все среднеспелые гибриды, такие как Edison, Купава, Ласкала, Конди, Брио, все эти гибриды в ближайшее время, 1-2 года, будут заменены на один единственный гибрид. Но, да, прошу прощения, здесь, наверное, опечатка со старого слайда. Это не NK-TEOS, это C-TEOS. C-TEOS – это наша новиночка, которая ведет себя лучше, чем все существующие наши классические среднеспелые гибриды, и также обладает устойчивостью к заразихе расы G+. То есть единственный гибрид у нас до недавнего времени был Сичестер, да, вот. Но также у нас появляются в портфеле такие звездочки, как вот C-TEOS. По ранней группе, которая вот ниже находится, да, на слайде в классике, здесь у нас также идет, смотрите, оптимизация, да, портфеля. То есть видите, что появилась новинка Levis, вот, и Levis заменит в свое время гибрид Сичестер. Технически это один и тот же продукт, вот, но обладающий дополнительными преимуществами и улучшенная устойчивость заразихи, к пепельной гнили и так далее. По Clearfield здесь у нас также наблюдаем консолидацию портфеля, да, то есть у нас основной костяк продаж составляли такие гибриды, как Neoma, Sanife, Artemia, Tristan. И сейчас появился гибрид C-Avenger, который является относительно новинкой, который заменит такие гибриды, как Sanife, Artemia и Tristan в одном лице. Это значит, что вся ранняя группа по технологии Clearfield будет представлена только одним гибридом C-Avenger. И я думаю, что в этом году, кто пробовал продукт, убедились, что, несмотря на свою раннеспелость, гибрид является по типу универсальным, то есть в засухе он ведет себя лучше, чем Sanife, в экстенсиве, ну, то есть на бедных почвах, там, к примеру, на песках Ульяновской, песчаных почвах Ульяновской области, или же в интенсиве, в интенсивной зоне, работает лучше, чем в Artemia, вот, в экстенсиве лучше, чем Tristan. Вот, то есть это значит, что гибрид получился действительно универсального типа. Несмотря на условия прорастания, он будет показывать лучшие результаты, чем все остальные существующие наши продукты. Дальше, по Clearfield Plus. Здесь у нас пока что, как сокращается, ну, нечему, да, мы активно развиваем портфель. И сейчас у нас в регистрации на последнем году испытания находится гибрид Сила Зури КЛП. Это наша будущая звездочка и гибрид, который изначально был создан непосредственно под наши запросы, вот, под наши нужды и, ну, целенаправленно для нашего рынка, для рынка России. То есть гибрид устойчивый к ржавчине, гибрид изначально генетически, гибрид устойчивый к заразихе и поистине универсального типа, как вот Avenger, да, я сейчас рассказывал, так и Лазури показывает, что гибрид показывает наилучшие результаты среди всех КЛП продуктов за последние 2 года. Вот, поэтому есть большая уверенность в продукте, и я думаю, что если мы зарегистрируем, а вероятность этого высокая, то завезем небольшой коммерческий объем, также демки, вот, и будем пробовать. По Sulfa у нас за последние 3-4 года существенно расширили портфель продуктов, и можем сейчас предложить продукт под любые, так сказать, зоны возделывания. Вот. Это и среднеспелые продукты, такие как Суберик, Сумика. Новинка из них – это Суберик, то есть гибрид. Как вы знаете, да, гербицид «Экспресс» не контролирует заразиху, вот, поэтому наличие хорошей устойчивости к заразихе, оно даже не то, что важно, оно критично в некоторых зонах. Вот, поэтому, ну, и могу с уверенностью сказать, что Суберик – это один из лучших гибрид, сульфа-гибридов на рынке по заразихе, который отлично себя показал в условиях экстремальных температур
и засухи. То есть сохранял тургор, полностью отсутствовали симптомы некроза корзинок, вот и так далее. То есть для стрессовых условий, для интенсива это подходит отлично. Вот, Сузука – это наша звездочка, которую вы уже знаете, гибрид для таких умеренно экстенсивной зоны и с условием засухи. И также хотел сказать, что вот гибрид Сутаки, вот, к сожалению, он до последних мероприятий внутреннем было принято решение его снять с регистрации, но это больше связано с производством, то есть гибрид не показал хорошие результаты на участке гибридизации, поэтому мы не сможем его поставить по адекватной цене, к сожалению, на рынок, поэтому было принято решение его убрать сейчас с регистрации. Но, тем не менее, у нас есть гибрид Suomi, который является звездочкой, также универсального типа, как гибрид Sea Avenger, только в технологии другой, да, для гербицида Express. Гибрид устойчив к заразихе G, то есть 7 раз, и показывает отличные результаты в очень-очень широкой географии, от Краснодарского края и заканчивая севером Поволжья, Республики Алтай. То есть везде гибрид вызревает, формирует отличный урожай и имеет масличность на уровне 50-55%, то есть существенно выше, чем по рынку. Также у нас есть новый технологический сегмент. Это гибриды по технологии AIR. AIR – это разработка компании Syngenta. Патент у нас еще будет действителен 8 лет. И ближайшие продукты, которые зайдут у нас под эту технологию, это гибриды C-Futura AIR и C-Iris AIR. AIR – это будет суффикс для гибридов под эту технологию, под AIR. Если вкратце, то это продукты, которые устойчивы к практически ко всем ILS-ингибиторам. Вот, ну, по рекомендациям будет использование либо гербицида Express, либо гербицида, который входит в производственную систему Clearfield, либо Clearfield Plus. То есть всеми гербицидами, да, которые в этих технологиях, можно обрабатывать гибрид. То есть получаем мы технологическую универсальность, защиту от человеческого фактора, защиту от накопленных ILS-ингибиторов в почве и так далее. То есть гибриды, которые действительно прорывные. Вот, и мы в будущем, я думаю, будем видеть оптимизацию портфелей всех семенных компаний в сторону классики и AIR. То есть все остальные будут постепенно уменьшаться. Если говорить по профилям продукта, то C-Futura AIR – это гибрид среднеспелый, умеренно интенсивного типа, да, то есть гибрид, который разработан для клиентов, которые нацелены на получение максимальных урожаев с гектара. C-Risa же это гибрид умеренно экстенсивного типа и обладает, во-первых, группой спелости пораньше, там на 4-6 дней созревания, вот, и плюс к тому же хорошо себя проявил в условиях засухи и экстремально высоких температур. Вот, собственно, если кратко по нашему портфелю, вот, и по новинкам, которые мы ожидаем регистрации в конце декабря, вот, но после регистрации также будет коммуникация по новинкам. Спасибо, ребят, передаю слово Александру. Добрый день, коллеги, меня зовут Конышкалиев Александр. Я технический эксперт по подсолнечку в регионе Волга. В этом году было заложено 312 опытов по подсолнечку. Вот обратите внимание, на территории Поволжья и Сибири. То есть Волгоградской области, Саратовской области, Самарской, Оренбургской, Республики Башкортостан и Татарстан, в Ульяновске, обратите внимание, и на территории Алтайского края. И перейдем к слайду. Рекордом урожайности в этом году на территории Поволжья и Сибирь. Обратите внимание, какие были получены максимальные урожайности по этому году. Вот в Самарской области, в Петровском районе, гибрид Sea Avenger, как уже было сказано, это гибрид раннеспелый, универсального типа. То есть этот гибрид показывает отличный результат как в экстенсивных условиях, так и в интенсиве. То есть практически на уровне 34 центнеров с гектаров урожайность его составила. Гибрид Suomi,
тоже обратить внимание, тоже мы его зарегистрировали как универсального типа, раннеспелый гибрид, также отлично себя ведет в различных типах интенсификации. В Балашовском районе Саратовской области урожайность его составила на уровне 36 центнеров с гектаров. Что по этому году это отличный показатель урожайности. Гибрид Си-Бакарди, обратите внимание, Республики Башкортостана в Ургазинском районе, урожайность его составила в интенсиве 37 центнеров с гектаров. Гибрид – это гибрид среднеспелый с высоким потенциалом под технологию Клеофил Плюс. Гибрид Си-Розеты – это умеренно экстенсивный тип гибрида, среднеранний, также в Балашовском районе Саратовской области, вот, то есть он показал 38 центнеров с гектара. То есть очень высокие показатели. То есть гибрид такой стабильный, с высоким потенциалом урожайности. Гибрид Суберик. Гибрид, ну, можно сказать, новинка, можно сказать. У нас уже второй год он высевается в производстве. Урожайность его составила на уровне 35 центнеров в Аркадакском районе Саратовской области в интенсивных условиях. Гибрид Сейлевис. Обратите внимание, новинка. Гибрид экстенсивный. Отлично подходит, отлично себя ведет и в засушливых условиях и показывает отличные высокие показатели урожайности. Вот в Волгоградской области, в Китвинском районе, он показал урожайность на уровне 29 центнеров с гектара. Следующий гибрид – это гибрид Алькантара. В этом году сформировал урожайность на уровне 39 центнеров с гектара, также в Китвинском районе, то есть это среднеранний гибрид с высоким потенциалом урожайности. Гибрид Суванга. Это новинка этого года. Это гибрид высокого олейного типа по технологии Сульфа. Вот урожайность его сформирована на уровне 37 центнеров с гектаров в Самарской области, Красноармейском районе. Гибрид Неома. Как, ну, в очередной раз этот гибрид показывает стабильные высокие показатели урожайности. В Петровском районе Саратовской области урожайность его составила 36,5 центнеров. Ну, что достаточно высокий показатель урожайности для этого района. Гибрид Сиарка – это раннеспелый гибрид для классической технологии. Этот гибрид высокоолеинового типа. Гибрид обладает максимальной устойчивостью к ржавчине. И из года в год этот гибрид демонстрирует высокие показатели качества. То есть гибрид стабильный и урожайный. То есть в этом году вот, в Балашовском районе Саратовской области урожайность его составила 38 центнеров с гектаров. Гибрид Дункан, обратите внимание, в Алтайском крае, в Алейском районе урожайность его составила на уровне 30 центнеров с гектаров. И гибрид новинка, обратите внимание, это гибрид Ситеус, это среднеспелый гибрид умеренно интенсивного типа, в Балашовском районе Саратовской области сформировал урожайность 40,8 центнеров с гектаров. То есть гибрид раскрывает свой потенциал именно в интенсивных условиях возделывания. И перейдем к гибридам по классической технологии возделывания. И первый гибрид, это гибрид у нас, это Си-Левис. Си-Левис это раннеспелый высокомасличный гибрид с максимальной устойчивостью к заразихе расы G+, и дополнительной высокой резистентностью к патогенам, таким как ложное мучнистое рассея, пепельные гнили, склеротинии, что резко снижает затраты на проведение фунгицидных обработок. Также, как я уже говорил до этого, то есть это гибрид экстенсивного типа, и масличность его составляет до 55%. То есть у этого гибрида максимальная масличность. И также этот гибрид пластичен к срокам сева. И перейдем к результатам урожайности этого года по территории Поволжья и Сибири, по результатам демо-опытов. Как читать этот график, как читать эту диаграмму, то обратите внимание, по оси Y это у нас урожайные данные представлены, по оси X это у нас представлены регионы, вот обратите внимание, и районы. То есть, например, для примера, Пономаревский район, УР – это Оренбургская область. Радищевский район УО – это Ульяновская область. САМ – это Самарская область. АКА – это Алтайский край. ВО – Волгоградская область. Апастовский район РД – Республика Татарстан. И также Республика Башкортостан, может быть. И что мы видим здесь?
Обратите внимание, то есть гибрид отлично демонстрирует высокие показатели урожайности. То есть в этом сезоне, в зависимости от территории выращивания, в различных территориях, то есть Поволжье и Сибири, Алтайского края, именно урожайность составила от 18 центнеров до 38 центнеров за гектар, что говорит о высокой стабильности и урожайности данного гибрида. Особенно это касается территории там, где имеются высоковирулентные расы заразихи. То есть отлично показывает как в экстенсивных условиях, так и в интенсиве. Гибрид отлично себя ведет. Вот обратите внимание, гибрид показывает высокие показатели урожайности практически во всех опытах или на уровне, или выше средних показателей урожайности в опыте. И зеленым столбиком это у нас урожайность гибрида показана, а коричневым столбиком это средняя урожайность по опыту. В целом по опыту у нас урожайность. То есть гибрид отличный, то есть отлично себя проявляет как в экстенсивных условиях, вот мы видим на данном графике, так и в интенсиве. Следующий гибрид, это гибрид Сиарка, это гибрид уже не первый год в нашем портфеле. Это ранний спелый гибрид, высоколиновый, с максимальной устойчивостью к ржавчине. Гибрид умеренно экстенсивного типа и обладает высоким уровнем засухоустойчивости и жаростойкости. Устойчивость к заразихе расы G. И этот гибрид, как я уже говорил ранее, обладает высокой стабильностью. То есть он из года в год показывает высокие показатели урожайности. Масличность его составляет до 50%, а содержание олеиновой кислоты до 90%. И обратите внимание на результат урожайности этого сезона. То есть урожайность его составила от 19 центнеров до 38 центнеров. И практически так же во всех опытах гибрид показывает высокие показатели урожайности по сравнению в среднем по опыту. То есть по показателями, которые были средние по опыту. То есть практически во всех. Или он превышает, или наравне. Что говорит о высоком потенциале урожайности данного гибрида и стабильности. Перейдем к следующему гибриду. Это гибрид Алькантара. Гибрид Алькантара, я думаю, уже всем вам понравился. Он из года в год уже демонстрирует высокие показатели урожайности, особенно в засушливых условиях. Он отлично себя показывает, стабильно, и раскрывает свой потенциал в интенсивных условиях. Это среднеранний гибрид, заразихоустойчивый, с максимальной устойчивостью к засушливым условиям. Заразихоустойчивость у этого гибрида расы G. И также гибрид обладает максимальной устойчивостью к засухе в портфеле Сингента. У гибрида отмечается также очень быстрый старт на ранних этапах развития. То есть он очень быстро стартует с момента посева, практически через дня 4-5 вы увидите всходы, которые будут интенсивно расти. И также вот у гибрида мы отмечаем раннее цветение, что позволяет избежать стресса высоких температур, особенно во время цветения. Гибрид отличается высокой стабильностью, также он пластичен к срокам сева. Мы можем высевать как у ранний срок сева, так и в средний, то есть в оптимальный срок сева, так и в поздний срок сева. То есть отлично он будет дозревать. И масличность его составляет до 51%. И давайте обратимся к результатам урожайности этого сезона в регионе Поволжья, Сибири. У него урожайность составила от 18,6 центнеров с гектара и практически до 40 центнеров с гектаров. В зависимости от территории возделывания данного гибрида. То есть в экстенсивных условиях он показал урожайность на уровне 20 центнеров, в умеренно интенсивных территориях 25 центнеров показал урожайность, и в интенсиве он раскрывает свой потенциал до 40 центнеров с гектара. Вот обратите внимание, то есть от 30 до 40 центнеров. И практически в каждом опыте урожайность превышает данного гибрида, гибрида Алькантара, в среднем, то есть показатели в среднем по опыту. Ну, практически во всех, вот мы если посмотрим, во всех опытов. То есть гибрид с высоким потенциалом урожайности. Также переходим к следующему гибриду. Гибрид новинка. Это гибрид
Ситеус. Это среднеспелые, умеренно интенсивного типа гибрид для классической технологии возделывания. Этот гибрид устойчив к новым расам заразихи, раса G+, и выше, что позволяет его возделывать даже в зонах с распространением высоковирулентных рас заразихи. Также Ситеус раскрывает свой потенциал при выращивании его именно в интенсивных условиях. И масличность его составляет до 53%. То есть гибрид с высоким потенциалом урожайности. Вот обратите внимание на этот вот, на эту новинку. И давайте обратимся к результатам урожайности, где у нас он, где она составила от 21 центнера до 41 центнера с гектаров, что демонстрирует высокие показатели урожайности данного гибрида. И в каждом опыте гибрид Ситеус превосходил средний показатель урожайности. То есть, и вот обратите внимание, в интенсивных условиях он, этот гибрид, очень отлично себя раскрывает и показывает высокий показатель урожайности. Следующий гибрид, гибрид Сикупава, это уже проверенный гибрид компании Сингента. Это среднеспелый гибрид подсолнечника, умеренно интенсивного типа, заразиха, устойчивость его расы G. Также гибрид отзывается на повышение уровня агротехнологии и раскрывает свой потенциал при выращивании его в интенсивных условиях. Масличность его составляет до 53%. И также этот гибрид рекомендуется высевать в оптимальные сроки. Обратимся к результатам урожайности этого сезона, которые составили от 21,7 центнера до 33 центнера с гектаров, в зависимости от территории выращивания. И в каждом опыте данный гибрид превышает показатели в среднем по опыту. Далее перейдем мы к технологии, Clafield. И в технологии Clafield это гибрид, первый такой гибрид, новинка, гибрид Sea Avenger. Это гибрид раннеспелый для производственной системы Clafield с двойным контролем заразихи и с потенциалом урожайности, обратите внимание, на уровне среднеспелых гибридов. То есть гибрид универсального типа, что позволяет его возделывать как в различных почвенно-климатических условиях, как в интенсивных, так и в экстенсивных условиях территорий. Также гибрид пластичный с сроком сева за счет своей группы спелости, что особенно важно при пересеве зерновых культур или затягиванием с посевом в связи с климатическими условиями. И благодаря своей универсальности и группе спелости, ареал распространения данного гибрида, вся территория Российской Федерации. Также гибрид обладает отличным засухоустойчивым и жаростойким профилем. Масличность данного гибрида составляет 52%. И вот обратимся к результатам урожайности. Урожайность данного гибрида составила от 20 центнеров до 34 центнеров с гектаров, в зависимости от территории выращивания. То есть гибрид отлично, как я уже сказал, это гибрид универсального типа и отлично себя проявляет как в экстенсивных условиях. Вот обратите внимание, в экстенсивных условиях он показывает отличный показатель урожайности, так и в интенсиве. То есть гибрид стабильный, с высоким потенциалом урожайности, что показывает данная диаграмма, вот обратите внимание на диаграмму, что в очередной раз доказывает, что гибрид стабильный и урожайный. Следующий гибрид Fortimi. Этот гибрид уже проверенный. Годами, мы можем сказать, это раннеспелый гибрид под технологию для производственной системы Clafield. Контроль расы заразихи F и выше осуществляется при помощи гербицидов системы Clafield. Гибрид умеренно интенсивного типа. Также гибрид пластичен к срокам сева. У данного гибрида лучшая масличность в сегменте Clafield. То есть масличность его составляет 54%. То есть до 54%.
И также мы можем сказать, что проявление фитотоксичности после применения гербицидов по системе Клеофилд самое минимальное. И еще хотел бы отметить, что гибрид этот очень стабильный. И обратимся к результатам урожайности этого сезона в регионе Волга и Сибирь. И вот обратите внимание, в зависимости от территории выращивания данного гибрида, урожайность его составила от 17 до 30 центнеров. То есть от 17 до 30 центнеров с гектара, что говорит о стабильности данного гибрида. Следующий гибрид. Это гибрид Неома, всем известный. Это самый популярный, один из самых популярных гибридов в системе Клеофилд. Генетически близок к гибриду НК Брио. Это гибрид с высоким потенциалом урожайности. Среднеспелый для производственной системы Клеофилд, как я уже сказал. И контроль заразихи расы F и выше осуществляется при помощи гербицидов в системе Клеофилд. Также гибрид это интенсивного типа и раскрывает свой потенциал при выращивании его в интенсивных условиях. Также гибрид, как я уже сказал, обладает стабильностью, урожайностью. И перейдем к результатам урожайности. Вот обратите внимание, в этом году данных было немного, так как в демо мы уже этот гибрид высеваем все меньше и меньше. У нас появляются новые, то есть появляются новинки, и мы делаем акцент уже на новинки. И вот обратите внимание, даже по небольшим результатам, по небольшим данным, можем сказать, что в различных территориях гибрид показывает себя отлично. То есть урожайность его, несмотря на то, что гибрид уже не первый год у нас в портфеле, да, и он все равно из года в год показывает высокие стабильные результаты урожайности. Вот она составила, в зависимости от территории выращивание данного гибрида составило 23 центнеров до 36,5 центнеров с гектаров, что в очередной раз подтверждает стабильность и высокий потенциал данного гибрида. Коллеги, спасибо за внимание. Если будут вопросы, задавайте в чате. Передаю слово своему коллеге. Коллеги, добрый день. Хочу представиться. Меня зовут Ажигалиев Кайрат, технический эксперт по семенам масличных культур в регионе Поволжья. И я продолжу тему разговора и расскажу про гибриды технологии Клеофилд Плюс по их результатам урожайности в текущем сезоне. И начнем мы с гибрида Сиразета КЛП. Данный гибрид у нас является среднеранний, устойчивый к заразихе. Урожай. Малозатратного земледелия. Также хочу отметить, у данного гибрида очень хорошая стабильная масличность от 50 до 53%. И переходим к урожайности данного гибрида, результатам урожайности данного гибрида по демо в этом сезоне. Что мы здесь видим? Да, гибрид Розетта показал урожайность от 26 центнеров с гектар до 38 центнеров с гектар. Что мы здесь наблюдаем? Данный гибрид показывает в 100% опытов превышение по урожайности от среднего по урожайности по опыту. О чем это говорит? О том, что гибрид очень стабилен и высокоурожайный. Он себя хорошо проявляет как в экстенсивных условиях, если здесь мы можем наблюдать, да, вот, допустим, Ташлинский район Оренбургской области, так и в интенсивных условиях он показывает хорошие результаты до 38 центнеров с гектар. И переходим к следующему гибриду. Это гибрид Си-Бакарди КЛП. Что мы про него расскажем? Да, это среднеспелый гибрид, высокоинтенсивный. Этот гибрид вам уже всем давно знаком. У данного гибрида высокая масличность. Также данный гибрид обладает хорошим потенциалом урожайности свыше 55 центнеров с гектар. И переходим к данным по урожайности данного гибрида. Что мы в этом году получили?
Данный гибрид в этом сезоне показал хорошую урожайность от 18,9 центнеров с гектар до 37 центнеров с гектар. Что здесь он показывает? Да, данный гибрид тоже показывает себя хорошо как и в экстенсивных условиях, так и в интенсивных. Данный гибрид рекомендуется высевать в экстенсивных условиях для полного раскрытия его потенциала. И переходим к следующему гибриду. Это гибрид Duncan КЛП. Это средний-ранний гибрид, умеренно экстенсивного типа. Умеренно интенсивного типа данный гибрид. Также у данного гибрида хорошая устойчивость к расе Zerazi Hiji. Данный гибрид показывает хорошую масличность от 48 до 50%. Также у данного гибрида высокая толерантность к основным болезням, такие как склеротиния, пероноспорозу, фомопсису. И перейдем к результатам урожайности данного гибрида в этом сезоне. И что мы здесь видим? Да, данный гибрид показывает урожайность от 18,3 центнеров с гектар и до 30,4 центнеров с гектар. Также отметим, да, что гибрид в 100% своих опытах практически превышает урожайность среднюю по опыту. О чем это говорит? О том, что гибрид высокоурожайный, высокомасличный и стабильный. И переходим к следующей технологии. Это технология сульфа. Данная технология набирает очень большую интенсивность в развитии в территории Российской Федерации. Это гибриды, адаптированные к гербициду «Экспресс» компании FMC. И переходим к первому гибриду. Как мои коллеги уже ранее рассказывали, гибрид Суоми – это наш ранний сульфа-чемпион, раннеспелый гибрид универсального типа. Данный гибрид пластичен к срокам сева. У данного гибрида хорошая масличность. Даже среди всех сульфа-гибридов компании Сингента это до 55% и выше. Также данный гибрид имеет самый широкий ареал адаптации среди всех гибридов компании Сингента во всей территории Российской Федерации. Также этот гибрид стабильный и пригоден к ресурсосберегающему земледелию. И также устойчивостью данного гибрида к расам Zerazi Hiji. И переходим к результатам урожайности этого сезона. Что мы здесь наблюдаем? Данный гибрид показал результат урожаев от 21 центнера с гектара, это до практически 36 центнеров с гектар. И мы здесь наблюдаем закономерность. Практически в каждой территории данный гибрид показывает урожайность свыше средней по урожайности по опыту. О чем это говорит? Что гибрид доказывает свою интенсивность и результативность во всех условиях, почвоклиматических условиях. Переходим к следующему гибриду. Это гибрид Суматра, ранее спелый гибрид нашего портфеля, умеренно экстенсивного типа. Данный гибрид устойчив к заразихе расы G. Также хочу отметить стабильный результат у данного гибрида в каждых почвоклиматических условиях. Что это доказывает? Переходим к результатам урожайности данного гибрида в сезоне 2022. Что мы здесь наблюдаем? Да, в этом году не так много было опытов с данным гибридом, но в то же время гибрид показывает хорошую урожайность в экстенсивных условиях. Это вот Ташкентский район Оренбургской области, 18,6 центнеров с гектар. Также в более интенсивных условиях результат хороший показывает данный гибрид Оргазинский район Республики Башкортостан. И также в Алтайском крае данный гибрид показывает очень хорошие результаты. О чем это говорит? Что гибрид тоже имеет хорошую, широкую адаптацию во всем, в территории Российской Федерации.
Переходим к следующему гибриду. Это гибрид Сузука. Это среднеспелый гибрид умеренно экстенсивного типа. У данного гибрида отличная жароизносоустойчивость. Данный гибрид обладает очень быстрым стартом на начальных этапах. Также хочу отметить хорошую масличность у данного гибрида от 49 до 51%. И переходим к результатам урожайности данного гибрида, и что мы здесь наблюдаем. Да, данный гибрид дал урожайность в этом году от 18 центнеров с гектар до 37 центнеров с гектар и выше. Да. О чем это говорит? О том, что гибрид вот, в Камышинском районе Волгоградской области в экстенсивных условиях показывает хороший результат, выше средний по опыту. Также данный гибрид хорошо себя проявляет в более интенсивных условиях, показывает урожайность свыше 37 центнеров с гектар. И если мы обратим внимание на все опыты в территории, что мы здесь наблюдаем? Гибрид доказывает свою высокую интенсивность, да, высокую продуктивность, так сказать, превышение по урожайности у данного гибрида среднее, выше средней по урожайности по опыту. И переходим к следующему гибриду. Гибрид Сумико, один из первых гибридов компании Синдента по технологии Сульфа. Данный гибрид является среднеспелым, высокоинтенсивного типа. Данный гибрид обладает хорошей масличностью от 53 до 55%. Также хочу отметить, что данный гибрид раскрывает свой потенциал в интенсивных условиях и не рекомендуется высевать данный гибрид в зонах с высокой вирулентностью расы заразихи, так как у него раса Е по заразихе. И переходим к результатам урожайности данного гибрида. Что мы здесь наблюдаем? Да? Гибрид Суоми показывает хороший результат от 21 центнера с гектар и до 35 центнеров с гектар. Что мы можем отметить? Данный гибрид показывает хорошую урожайность как в экстенсивных условиях от Курманаевский район Оренбургской области, так и в более интенсивных условиях. Он показывает урожайность свыше 35 центнеров. О чем это говорит? О том, что гибрид интенсивный, хорошо отзывается на хороший агрофон и дает максимальный урожай. Переходим к следующему гибриду. Это гибрид Суберик. Это одна из новинок нашего портфеля. Это среднеспелый гибрид умеренно интенсивного типа. Как ранее мой коллега отмечал, у данного гибрида самая высокая устойчивость к расе заразихи среди сульфогибридов. Также у данного гибрида самая высокая засуху и жароустойчивость. Также данный гибрид обладает максимальной устойчивостью к некрозам корзинок. Хочу отметить также масличность у данного гибрида на хорошем уровне от 48 до 50% и устойчивость к расе заразихи G. И переходим к результатам урожайности данного гибрида в этом сезоне. Что мы здесь наблюдаем? Данный гибрид показал урожайность от 19,2 центнеров с гектар до 35 и выше. Что мы здесь хотим отметить? Что во всех 100% опытов данный гибрид показывает урожайность средней, выше средней урожайности по опыту. Это подтверждает его стабильность и урожайность. Переходим к следующему гибриду. Это наша новинка, гибрид Суанга. Это первый гибрид компании Сингента Сульфа, высокоалииновый, с высокой стабильностью данный гибрид. Также хочу отметить, что данный гибрид не рекомендуется высевать в зонах с высокой вирулентностью расы заразихи, так как он имеет устойчивость к расе заразихи Е. И переходим к результатам урожайности данного гибрида. Что мы здесь наблюдаем?
Данный гибрид показывает урожайность в этом сезоне от 18,4 см с гектар до 37,2 см с гектар. Также хочу отметить его стабильность среди средней по урожайности, по опыту. Также и он в интенсивных условиях показывает наивысшие результаты средний по опыту. Коллеги, на этом мой рассказ про гибриды подсолнечника компании Сингента заканчивается. Если есть вопросы, задавайте их в чате. А я передаю слово своему коллеге Кузнецову Константину. Карат, благодарю. Еще раз представиться. Меня зовут Константин Кузнецов. Я технический эксперт по семенам кукурузы в регионе Поволжья. И давайте рассмотрим с вами вместе результат урожайности 2022 года. В принципе, как и Иван отмечал в начале презентации, этот год, как всегда, не отличался стабильностью, а был сложным. Мы помним, что весной этого года она была затяжная, с большим количеством осадков. Кто-то успел посеять раньше, кто-то ушел в поздний посев кукурузы. Также в течение сезона, особенно в конце августа, начале сентября, мы наблюдали негативные действия суховеев по некоторым территориям. Ну и остальная ситуация, которая была усугублена погодно-климатическими условиями, это, конечно же, осадки, затяжная осень. Поэтому результаты будут интересными, я попытаюсь их для вас представить. И мы начнем с того, что компания Сингента проводит огромное количество испытаний, закладка демо-площадок по России, это более 400 точек. В территории ответственности региона Волга, Алтай, Дальний Восток, это было заложено около 140 точек испытаний, но, к сожалению, 65% убрано только с полей. То есть, в принципе, сейчас мы до сих пор проводим уборку. Этих данных, в принципе, нам достаточно для того, чтобы провести аналитику и показать вам результаты сезона. Портфель гибридов кукурузы компании Сингента на 2022 год составляет 22 гибрида. У нас имеются бренды и, соответственно, новинки. Немного по новинкам. Кратенько расскажу, что у нас есть новый ранний гибрид Сиа Беларда FAO-190. Это интенсивный гибрид кремнистого типа зерна. Также добавился у нас гибрид Си Амбадор FAO-240 с бобовидным типом зерна. Имеет гибрид Эвора, новый гибрид, интересный, принадлежащий бренду Артезиан FAO-280. И позднеспелые гибриды у нас это Энермакс и Си Минерва. Мы их рассмотрим чуть позже. Также у нас еще есть новый гибрид. Это гибрид силостного направления. Это Си Инвиктус. Кремнистого сбоведного типа зерна. Достаточно с хорошим качеством биомассы и сбором сухого вещества. Немножко по брендам, которые присутствуют у нас в портфеле. Это три бренда. Здесь представлены это бренд Artesian, это те гибриды, которые эффективно используют влагу. Бренд Power Grain, это гибрид Си Маримба. Мы с вами видим, это бренд Power Grain. Это гибриды очень интенсивные, с великолепной влагоотдачей. И бренд Power Cell, это гибриды с балансированным профилем для возделывания этих гибридов на силу с получением качественной зеленой массы и с последующим качественным силосом. Перейдем к рекорду сезона, посмотрим, какие же гибриды в этом году блистали, даже в этих сложных условиях. Здесь представлены все регионы, даже больше, и в каждом регионе каждый гибрид выделился уровнем своей урожайности. Мы с вами видим гибрид, новинка, это Сиа Беларда, в Республике Башкирия, в Крамскалинском районе. Уровень урожайности более 90 центнеров с гектара. Мы также смотрим гибрид его коллега побратим, это Си Талисман, Амурской области, Благовский район.
80 центнеров, более 80 центнеров гектара мы получили. Сителиас, интенсивный пластичный гибрид в Самарской области, в Приволжском районе, 115,9 центнеров с гектара. Гибрид Си-феномен в Саратовской области, в Петровском районе, более 90 центнеров с гектара. Си-фортага, жестокий, интересный гибрид. Приморский край, Дальневосточный район, более 100 центнеров с гектара. Это гибриды пластичные, такие как Си-импульс в Волгоградской области, Нованинский район, более 90 центнеров с гектара. Это гибрид Си-маримба, интенсивный гибрид бренда Power Grain, Приморский край, Октябрьский район, 110 центнеров с гектара мы получили. Гибрид, новинка 2021 года, это Си-озон, Волгоградской области, урожайность 99 центнеров с гектара, достаточно хорошей влажностью. И, соответственно, гибрид, новинка, суперпластичный, гибрид Си-Нормакс, Волгоградской области, Сифлоярский район, 113,8 центнеров с гектара. Да, в некоторых моментах мы, оговорку я сделаю, что мы пересчитали эти гибриды на 14% влажности зерна. Поэтому влажность здесь такова. И переходим к гибридам нашего портфеля. Си-талисман. Гибрид ФАУ-180. Этот гибрид самый ранний в портфеле нашей компании. Имеет отличную адаптивность к раннему севу, то есть гибрид холодостойкий, очень интенсивный, имеет кремнистый тип зерна. Это гибрид интенсивный, то есть он отзывчивый на высокий фон минерального питания. Нужно его помещать в те условия, в которых гибрид может реализовать свой потенциал. То есть это по предшественнику с хорошим агрофоном, минеральным питанием, и этот гибрид покажет свои лучшие качества на ваших полях. Соответственно, направление использования гибрида как на зерно, так и на силос. Также этот гибрид подходит для возделывания на крупу. Он имеет высокое содержание крахмала и также белый стержень, что очень важно для характеристики гибридов при возделывании на крупу. К технологиям возделывания относится хорошо, можно возделывать как по классической, так и минимальной технологии. Также великолепно себя чувствует на орошении. Также этот гибрид двойного назначения. Его можно возделывать на силос, то есть имеет высокую переваримость силосной массы, а в последующем и из него мы можем получить силос высокого качества. Что касается урожайности и результатов дымоопытов по регионам, напомню, здесь как читается график, на нем представлены деления по территориям. С левой стороны мы с вами видим плашку по урожайности, приведенных 14% влажности. Справа уборочная влажность в процентах. Соответственно, по графику зеленый столбик – это гибрид Си-талисман, и, соответственно, темный столбик – это контроль тех гибридов, с которыми мы сравниваем этот гибрид. И, соответственно, точками отмечено уровень, немаловажный показатель, как влажность зерна. Это желтым отмечена средняя влажность по опыту в процентах, и зеленым это влажность гибрида Си-талисман в процентах. Как мы с вами видим, гибрид хорошо себя показывает как в экстенсивных и сложных условиях Башкирии, Самарской области, Саратовской области, так и мы с вами видим, что гибрид высокоинтенсивный, имеет превышение над конкурентами в опыте значительное, что говорит о его профиле и подтверждает его профиль интенсивного гибрида. Следующий гибрид у нас новинка Си Абиларда. Такой вот у него початок, внешний вид имеет. Достаточно красивый и ровный, выровненный, с опыленной верхушкой початка выполненный. Си Абиларда ФАУ-190. Это тоже интенсивный гибрид. Имеет высокую урожайность зерна, так и зеленой массы.
холдостойкий гибрид, то есть подходит для раннего сева, переносит и эти тягостные невзгоды. Также развивается очень быстро на ранних этапах. Тип зерна имеет кремнистый. Направление использования как на зерно, так и на силос. Также можно его возделывать на крупу, имеет белый стержень початка, также на спирт. Соответственно, лучше этот гибрид помещать в условия с хорошим предшественником, с высоким агрофоном, минеральным питанием. И этот гибрид имеет высокий потенциал, и вы на нем можете получить высокую урожайность. Что касается урожайности, сея Белларда в этом году мы изучили на большом количестве опытов, как в Сибири, так и на севере Поволжья. Мы с вами видим, что гибрид в этом году по уровню урожайности превосходит контроль. И если мы его помещаем и в интенсивные условия, здесь он находится на уровне достаточном для того, чтобы получить высокий урожай за 10 тонн. То есть это мы на орошение исследования проводили. И сея Белларда подтверждает свой профиль интенсивного гибрида, то есть это хорошо отзывается на высокий минеральный фон питания. Тем самым на этом гибриде вы сможете получать высокие урожаи у себя в хозяйстве, используя все технологии правильно и радоваться от уровня урожайности данного гибрида. Следующий гибрид – это гибрид Си Ротанга. Этот гибрид уже нам всем известен, ФАУ у него 200. Тип гибрида промежуточный, то есть гибрид такой пластичный, адаптивный, у нас броневик, имеет очень быстрый старт и раннее развитие на начале вегетации. Соответственно, этот гибрид подходит для технологий возделывания как по классической технологии, так и на минимальной, на стриптил, также отлично себя чувствует и на нулевой технологии возделывания. Гибрид как раз для тех условий, сложных условий, то есть это для легких почв, для каких-то стрессовых условий по предшественникам, может быть, какие-то вопросы были. Сложность с технологиями, это гибрид пластичный, прощает какие-то ошибки агронома. В принципе, этот гибрид как раз вот себя хорошо показывает на территории Оренбургской области, юга Самарской области, также в сложных условиях Ульяновской области. Этот гибрид возделывается как на зерно, так и на силос. Это рекордсмен по уровню сбора зеленой массы с гектара. В Татарстане там поставил рекорд. 90 тонн собрали с него. Также этот гибрид по силосным своим характеристикам имеет очень высокий коэффициент перевариваемости силосной массы, что в последующем влияет на надои молока и, соответственно, вашу прибыль. Гибрид достаточно интересный. Сира Танга в результатах опытов мы с вами видим, что в стрессовых условиях Оренбурга гибрид показывает себя великолепно, выше среднего по опыту у него данные есть, урожайности. Если мы говорим по уровню урожайности на интенсиве, в принципе, гибрид Ротанга хороший в интенсиве, но если в этих же условиях мы поместим интенсивные гибриды, такие как Си Талисман и Сиа Белларда, они, конечно, будут более эффективны в данной технологии выращивания, но и Ротанга здесь может себя показать с лучшей стороны. Так что, в принципе, гибрид, как раз мы с вами видим, что на всех территориях от Амурской области, от Башкирии, Татарстана, Самары и Саратовской области гибрид везде имеет очень хороший показатель урожайности по сравнению с контролем и конкурентами. Следующий гибрид – это гибрид Сителиас, ФАУ у него 210, это кремнисто-зубовидный тип зерна имеет. Немножко остановлюсь здесь на этой фотографии этого гибрида. Вы можете увидеть здесь тип зерна в определенном плане. Вот две трети початка
занимает зубовидное зерно, и только одна третья часть початка мы с вами видим кремнистое зерно. То есть, в принципе, такое определенное преимущество дает данная комбинация, то есть имеет хорошую влагодачу, то есть по сравнению с своими конкурентами, коллегами по группе спелости, Seed Alias имеет отличную влагоотдачу. Это немаловажно в наших условиях возделывания кукурузы. Верхушка початка у него не выполнена, здесь не стоит расстраиваться. Сам по себе гибрид такой, так сказать, растягивает потенциал. То есть у него очень большое количество зерен в ряду, и у него такой потенциал неограниченный, по сути, то есть он початок безразмерный. Чем больше мы его накормим, так сказать, он больше сформирует зерна. То есть о чем я говорю? О том, что гибрид очень пластичный, такого промежуточного типа. В принципе, если мы его помещаем в экстенсивные условия, да, он будет на хорошем уровне, да, 4-6 тонн, если мы помещаем его в зону. Соответственно, он будет себя как пластичный гибрид вести. Если мы помещаем его в нормальные условия возделывания, интенсивные условия возделывания с удобрениями, то этот гибрид также формирует высокий урожай зерна. Ну, в принципе, в этом мы неоднократно убеждались, и вы тоже можете это все дело у себя увидеть, на полях подтвердить. Направление использования данного гибрида – зерно Карнаж, естественно, силос можно его возделывать. Он себя хорошо чувствует на технологиях возделывания от классической до нулевой. Также мы его рекомендуем возделывать и на орошение, так как гибрид действительно интенсивно себя показывает, если мы его помещаем в хорошие условия выращивания. По результатам демо-опытов мы с вами видим, что в стрессовых условиях от 4 до 5 тонн гибрид себя ведет как пластичный гибрид, соответственно, адаптируется к почвенно-климатическим условиям и формирует урожайность на уровне, превышающем средние результаты по опыту. Если мы его переводим в интенсивные условия выращивания, мы с вами видим, что Seed Alias формирует уровень урожайности очень высокий и имеет превышение существенное, достоверное по сравнению с средней урожайности по опыту. Мы с вами видим, что и он хорош как в Саратовской области, и также и в Татарстане. И мы видим, что и в Волгоградской области этот гибрид выращивается, и он показывает великолепные результаты. В Башкирии, Амурской области, здесь гибрид себя проявляется с наилучшей стороны. Это гибрид Seed Alias. Следующий гибрид C-феномен. Этот гибрид, ну, в принципе, он, наверное, всем известен, самый продаваемый гибрид нашего портфеля, самый популярный гибрид, относится к бренду Artesian, FA у него 220. Его характерная особенность – это отличная влагоотдача. Очень быстрая влагоотдача в урочный период, хорошая устойчивость к засухе, жаростойкость повышенная. Вот. И немаловажный такой показатель у него – это устойчивость при корневом полегании. Особенно в этом году на него практически не было жалоб в этом плане. Гибрид C-феномен стоит, убирают люди и получают тот урожай, который они сформировали в течение этого вегетационного периода. Гибрид себя проявляет отлично как в стрессовых условиях, так и на интенсиве. Соответственно, к технологии выращивания относится отлично. По классической технологии его можно выращивать минимальный, так в числе и на орошение. По направлению использования от зерна зерно, силос и спирт на нем можно получать. То есть достаточно гибрид технологичный. Что касается его урожайности, мы с вами видим, что вот он сейчас лидер и такой понравился сельхозтоваропроизводителям Амурской области. Да, действительно, он здесь просто доминирует по сравнению с конкурентами и контрольными гибридами в опытах. Мы с вами видим, что здесь достаточно высокую урожайность формирует от 8 до 10 тонн. Если мы переходим в стрессовые условия Оренбурга, Волгограда,
жесткие условия там, Саратовской области, гибрид здесь не проваливается, а наоборот, мы видим, что в стрессовых условиях он здесь дает урожайность выше, чем его коллеги по цеху. Если мы его увидим в лояльных условиях, то здесь, да, он здесь показывает уровень урожайности на уровне стандартов или выше них, что мы можем спокойно отметить здесь, вот на орошении в Самарской области, в Приволжском районе, сформировал достаточно высокую урожайность, более 10 тонн с гектара, что характеризует его профиль как такой интенсивный гибрид с хорошими качествами стрессоустойчивости. И вот максимальная урожайность, полученная в РФ, мы отмечали 135 центнеров в зачете с гектара. Гибрид великолепный. Следующий гибрид – это новинка этого года, Сиамбадор. ФАО у него 240. В этом году, возможно, вы не видели этот гибрид у себя на полях. На следующий год вы его увидите. Мы его изучили. Чем же характеризуется этот гибрид? Это гибрид с очень быстрой влагоотдачей. Это его одна из особенностей. Он устойчив к полиганию. Этот гибрид очень пластичный, стабильный гибрид. Имеет высокую урожайность, своей группе спелости. И, соответственно, хорошо адаптируется к различным почвенно-климатическим условиям, что, в принципе, мы видим на результатах урожайности демо-опытов. Здесь скомпилировано, выбрано по всей территории Поволжья, также еще и центра. Мы с вами видим, что в жестких условиях Саратовской области здесь гибрид себя проявляет великолепно и формирует урожайность выше по сравнению с контрольными значениями. И если мы идем с вами в интенсив, такие там, Курской области, Воронежской области, Липецкой области, здесь гибрид себя проявляет еще лучше. То есть мы говорим о том, что действительно гибрид хорош как в стрессовых условиях, так же и в интенсиве. И также отличается высокой адаптивностью к различным почвенно-климатическим условиям. На следующий год мы действительно его более детально изучим и представим вам более подробную информацию про него. Пока этот гибрид действительно впечатляет и очень интересен как нам, так и сельхозтоваропроизводителям. Следующий гибрид – это всем нам знакомый гибрид, Сифартага. Практически в 99% случаев гибрид имеет выполненную верхушку початка. Это говорит о его высокой стрессоустойчивости, жаростойкости. Как раз это его такой основной слоган для него, характеристика. То есть гибрид сам по себе интенсивный, пластичный, относится к бренду Artesian, имеет ФАО 250. Что, кстати, для есть определенная такая характерная особенность. Она для гибридов с большим ФАО не очень характерна. Он имеет быстрый старт и раннее развитие, то есть активно, быстро развивается. Вот. Это его тоже одна из преимуществ. Также имеет повышенную засухоустойчивость. Вот. Можно его выращивать в условиях от целевой урожайности от 40 до там, 130 центнеров с гектара по различным технологиям. Это и классическая технология, и минимальная технология, и нулевая технология, он выдерживает и такие технологии, и, соответственно, на орошение. Направление использования зерно, силос, карнаж, в принципе, гибрид с хорошим потенциалом. И мы это можем увидеть на слайде с результатами демо-опытов. Мы с вами видим, что очень популярный гибрид и хорошо себя зарекомендовал в Волгоградской области. Практически во всех случаях гибрид показывает превышение уровня урожайности над стандартами в территории. Гибрид, смотрите, очень стабильный, формирует достаточный уровень урожайности для данного региона. И
в зависимости от, конечно, условий выращивания. Если мы переходим в более лояльные условия, с большими, лучшими условиями для выращивания, здесь мы с вами Приморский край, вот Уссурийский район, мы с вами видим, что вплоть до Дальнего Речинского района, Приморского края, гибрид здесь такой показывает себя как очень хороший на интенсиве. Также в Самарской области выращивается на орошение, и гибрид имеет высокий потенциал урожайности, более 10 тонн, соответственно, впечатляет по уровню урожайности. Если мы говорим про Саратовскую область, также стрессовая территория, гибрид здесь во всех случаях показывает себя достойно с значительным превышением уровня урожайности над конкурентами в опыте. Следующий гибрид – это гибрид Сима-Римба. Принадлежит этот гибрид бренду Power Grain. Это гибрид очень с высоким потенциалом и уровнем урожайности и с отличной влагоотдачей. ФА у него 260. Здесь сразу могу сказать, что это очень интенсивный гибрид. Его нужно помещать только в очень лояльные условия, в орошение. Его ни в коем случае он не будет показывать результаты в стрессе. Это гибрид именно такой нишевый, именно для орошения, для хороших лояльных условий. В этих условиях действительно его потенциал будет реализован в полной мере, и вы это почувствуете, в каком плане. Он эффективно использует удобрения, которые вы под него вносите, и, соответственно, эта эффективность вам отразится в ваших доходах. То есть его характерные особенности – это быстрая влагоотдача, он очень хорошо отзывается на минеральный фон питания и, соответственно, также немаловажное значение имеет его толерантность к основным патогенам листьев и початка. То есть в тех условиях, где он может выращиваться, это его основная такая характеристика. Без нее тоже будет тяжело это все получать, высокий урожай. Направление использования, ну, на зерно, конечно же, также некоторые хозяйства выращивают на силос, высокорослый гибрид с высоким прикреплением початка, то есть можно его убирать будет и получать на нем хорошее с уровнем зеленой массы и сухого вещества. По урожайности, да, моим опытом в этом году мы с вами видим, что как и в лояльных интенсивных условиях Приморского края, гибрид здесь явно имеет преимущество над средней урожайностью по опытам, с хорошей очень уровнем влаги уборочной. Соответственно, если мы переходим в интенсивные условия, там, Самарской области на орошение, здесь мы с вами видим, что более 10 тонн этот гибрид дает с хорошей влажностью, то есть, в принципе, гибрид себя подтверждает свой профиль. И, соответственно, Саратовская область, средние лояльные условия, мы с вами видим, что гибрид формирует уровень урожайности. Коллеги, конечно, у нас тут небольшие помехи. ФАО 270. Алло, простите, меня, наверное, разорвалось соединение. Пусть продолжает. А, извиняюсь, да, нестабильное, видимо, интернет-соединение, прошу прощения. Ну, ничего. Следующий гибрид нашего портфеля – это C-Impulse с характерной такой особенностью. Внешний у него параметр, но на самом деле этот гибрид, его профиль, его кредо – это
Стабильность. Это очень стабильный гибрид. Это гибрид интенсивного типа. ФАУ у него 270 с высокой толерантностью к фузариозу початка. Здесь мы видим, что этот гибрид хорошо себя чувствует как на классической, так и технологии возделывания, так и на орошении, то есть в лояльных условиях себя хорошо показывает. Этот гибрид имеет мощный початок и высокую массу тысяч, то есть крупное зерно, оно чистое, то есть для экспортного потенциала этот гибрид великолепно подходит. Имеет хорошую влагоотдачу, и этот гибрид очень хорошо будет подходить, в том числе как бонус тем хозяйствам, которые выращивают кукурузу для сетевочных хозяйств. То есть это одна из таких бонусных характеристик этого гибрида, наряду с его с отличной стабильностью. Мы сами видим это на результатах демо-опытов, как в жестких условиях, в принципе, в Волгоградской области, в интенсиве на Волгограде. Также в Приморском крае гибрид формирует отличный уровень урожайности от 5 до 10-12 тонн. Мы видим с вами, что и в Самарской области на орошении гибрид формирует высокую урожайность с достоверным большим превышением над уровнем урожайности средним по опыту. И, соответственно, в Саратовской области этот гибрид тоже себя хорошо чувствует. Он в таких среднеинтенсивных условиях, он, видите, стабильно имеет уровень урожайности и не проваливается по территории. В интенсивных условиях тоже себя показывает, и мы с вами видим, что достаточно высокий уровень урожайности в лояльных условиях возделывания. Следующий гибрид – это гибрид-новинка Evora. Вот его початок. Соответственно, Evora FAO 280, бренд Artesian. Соответственно, этот гибрид интенсивный и очень пластичный. Это такой стабильный гибрид с максимальной урожайностью в своей группе спелости. То есть подходит для любых условий выращивания. Как мы уже видели на предыдущем слайде, у него выполнен початок. Он такой небольшой, но если зерно крупное, соответственно, в чем здесь преимущество из его таких превосходных качеств? Это гибрид с таким фиксированным початком, соответственно, его можно даже для увеличения урожайности в лояльных хороших условиях чуть загущать там на 3-5 тысяч по густоте и тем самым увеличивать урожайность вот с таким подходом. Соответственно, имеет высокую натуру зерна и толерантность к большинству патогенов початка, что немаловажно для тех условий, где Evora может выращиваться. Также у него отмечено раннее цветение, что как бы не характерно для гибридов такого FAO. Вот его одно из преимуществ, которое мы заметили, это гибрид вот с ранним цветением. Можно его выращивать на зерно, на карнаж, на силос. И, соответственно, во всех технологиях возделывания, от классической до нулевой, и также на орошение гибрид себя может воспечатлеть своим уровнем урожайности, что и подтверждается его результатами из демо-опытов. Здесь сформировал такую подборку из того, что имелись у нас данные, соответственно, это и стрессовые условия Саратовской области, в Воронеже, здесь имеет большое преимущество над урожайностью средним по опыту. Мы с вами видим, если уходить в интенсив, то в условиях там, Воронежской области более 10 тонн с гектара здесь мы получаем на этом гибриде. То есть, в принципе, Evora такой гибрид, куда мы его поместим. Если это стрессовые условия, да, он здесь будет стабильно лучше всех остальных конкурентов и давать вам стабильный уровень урожайности. Если мы помещаем умеренно интенсивные условия, этот гибрид себя ведет как вот такой хороший интенсив. То есть целевая урожайность у него от 40 до 130 сантиметров гектара, что впечатляет. Следующий гибрид
портфеля, он нам знаком уже, это для южных регионов, возделывание гибрид Сичо Ринтос. FAO у него 290, бренд Артезиан входит. Это интенсивный гибрид, то есть у него определен, и пластичный гибрид. То есть у него такой заряд именно задел на потенциал, ну и с такими качествами именно устойчивости к стрессу. Что немаловажно, у него очень хорошая влагоотдача, тоже развивается быстро на ранних этапах вегетации своей и имеет такой здоровый гибрид, имеет толерантность к большинству патогенов листьев и стебля. Можно его выращивать, в принципе, и в интенсивных условиях на классике с высоким уровнем питания, ну и, в принципе, на орошении, также в стрессовых условиях. Направление использования, ну, в основном это на зерно, но некоторые хозяйства, этот гибрид имеет облиственность высокую, его также некоторые любят его сделать на силос. Если его убрать в оптимальную фазу, то, в принципе, его кормовые качества тоже действительно имеют хороший набор критериев, параметров для получения хороших качественных показателей силоса в последующем. То есть гибрид вот такой с претензией на потенциал, что мы это можем и подтвердить результатами опытов. Стрессовые условия в Саратовской области здесь великолепно себя чувствуют. Мы с вами видим, что в основном это в Волгоградской области гибрид выращивается, превышает уровень урожайности по сравнению со средним по опыту. И если мы переходим в такие лояльные условия Приморского края, да, действительно, гибрид полюбился сельхозтоваропроизводителям Дальнего Востока. Этот гибрид переживает вот эти вот тяготы и невзгоды, и стрессовые условия почвоклиматические этого региона. Ну и тем самым формирует великолепную уровень урожайности. Ведь мы стабильно здесь показывают уровень урожайности от 7 до 10 тонн, но его целевая урожайность от 5 до 150 центнеров с гектара. То есть, в принципе, этот гибрид можно, так сказать, раскачать еще более мощнее. По влагоотдаче, видите, стабильно, лучше в сравнении с конкурентами. Влажность у него уборочная, но уже такая достаточно низкая. Что хорошо, то есть имеет хорошую влагоотдачу, что подтверждается именно данными достоверными, которые мы представляем. Следующий гибрид – это гибрид Сиазон, это новинка 2021 года, FAO у него 300. Соответственно, такой гибрид интересный пластичный гибрид, если мы скажем, он такой не гоночная машина, а такой Hilux, наверное, Toyota такая, которая вот идет, прет, проезжает везде, ему все нипочем. Вот. Ну да, может ускориться, как сказать, и, в принципе, реализовать такой свой потенциал именно по FAO, да. В чем его преимущество? Это гибрид промежуточного типа с очень высокой адаптивностью к различным почвенно-климатическим условиям, технологиям выращивания. Здесь, наверное, его преимущество важно. Это он стабилен в условиях вот больших серьезных стрессов, в условиях лимитированной урожайности. Вот здесь гибрид проявляет себя на 100%, соответственно, и это можем с вами увидеть по результатам урожайности. Немножко скажу по технологии, как он относится к технологии возделывания. По классике его можно выращивать на минимальной, на стриптиле, на нулевой технологии. Гибрид везде себя проявляет великолепно. Соответственно, по результатам демо-опытов мы с вами видим, да, что вот в условиях Волгоградской области жестких стрессов здесь гибрид стабильно хорош, превышает уровень урожайности или находится на уровне среднем по сравнению с стандартами. Если мы здесь переходим в более лояльные условия, здесь даже гибрид показывает и хорошую урожайность, и даже в таких условиях, то есть, в принципе, это говорит о его адаптивности. Приморский край великолепно, гибрид понравился, его и уровень урожайности,
и влагоотдача действительно хорошая, он также не полегает, гибрид стоит долго, то что, в принципе, для тех товаропроизводителей, которые работают именно в этой зоне, мы сами с вами знаем, что соя на первом месте стоит, как только уберут сою, соответственно, переходит к кукурузе, кукуруза, вторая культура в Приморье, и вот этот гибрид все приносит радость от того, что гибрид дает высокий уровень урожайности, который, в принципе, для сельхозтоваропроизводителей приемлемы, и они ждут от него как раз то, что хотят. Соответственно, если мы говорим про Саратовскую область, такой уровень определенного стресса, мы с вами видим, что гибрид здесь не проваливается и хорошо себя показывает в таких вот условиях. То есть, да, действительно, это среднеспелый гибрид с высокой адаптивностью к различным почвенно-климатическим условиям. То есть от Волги до Приморского края, здесь мы с вами видим, что этот гибрид действительно великолепен. Следующий гибрид – это гибрид CNR Max. Мы ждали его регистрацию долго. Такой вот у него початок характерный. И зарегистрировали, это новинка этого года. Гибрид бренда Artesian. У него 340, да, это, конечно, для таких южных территорий здесь этот гибрид. Гибрид отличается суперпластичностью. Не то, что пластичность, а суперпластичность. Адаптируется ко всем климатическим условиям. То есть максимально подходит и к агротехнологиям, и условиям выращивания, да, и можно там прощать ошибки агрономов, так сказать, если мы говорим таким вот языком. И в любых погодных условиях гибрид показывает отличные результаты. Немаловажная характеристика, которая он обладает высокой холодостойкостью и жаростойкостью во время цветения налива зерна. Ну и, соответственно, великолепные у него показатели по влагоотдаче, что, в принципе, экономит нам деньги на сушке зерна. Можно выращивать его на зерно, на силос и на карнаж, получать спирт. Также можно его в интенсив переводить, то есть можно выращивать его по классике с высоким уровнем питания и нарошения. Вот. Устойчив к полеганию данный гибрид, и нас он приятно в этом году удивил и порадовал. Да, действительно, не зря мы так долго его ждали, и он нам такие вот приносит данные. Данные по результатам опытов. Мы видим с вами, что возделывался он в этом году в нескольких точках. Это Саратовская область, Волгоградская область. Здесь мы с вами видим, что такие стрессовые условия этих районов. Он здесь себя показывает как действительно пластичный гибрид с высокой адаптивностью. Если мы с вами переходим на орошение, на высокий интенсив, гибрид здесь не теряется, а наоборот даже показывает великолепные результаты. От 8 до 10 тонн и выше, с хорошей влагоотдачей. И гибрид действительно с таким вот профилем суперпластичности есть в нашем портфеле. На этом мой доклад окончен. Я передаю слово Кириллу Архипову. Всем спасибо и удачи. Да, добрый день, коллеги. Кость, спасибо. Видна твоя закалка профессорская. Доклад окончен. Вот. Да, на самом деле, коллеги, друзья, цель нашей нашего вебинара была поделиться с вами результатами и описать сезон. Сезон был и есть очень непростой. Поволжье уж, как никто знает об этом, Иван вот вначале обратил внимание на неубранные площади, сколько еще проблем нам предстоит решить, то есть работы еще много. Но в любом случае мы уже сейчас думаем, конечно же, о следующем сезоне, поэтому вот результаты урожайности по подсолнечнику и по кукурузе – это основа нашего выбора будущих гибридов, а экспертиза помогает сельхозпроизводителям, наша экспертиза помогает сельхозпроизводителям новинки использовать уже с прицелом на максимальное
урожайность. Ребят, спасибо большое. Спасибо большое слушателям за то, что сегодня присоединились. Я могу с уверенностью сегодня сказать, что Поволжье было одной из самых активных регионов, которые среди всех, с которыми проводили вебинары. И мы, наверное, поощрим самых активных слушателей и уже, можно сказать, участников за их вопросы интересные. Мы свяжемся с вами по адресам, которые вы указывали при регистрации. Еще раз, коллеги, спасибо. Мы уже перебрали там 6 минут. В любом случае, представители компании Сингента, которые работают в регионе, к вашим услугам. Если вопрос более сложный, техническая команда поможет. Мы всегда открытые, поэтому удачи нам в текущем и следующих сезонах. До скорых встреч. И спасибо большое спикерам. Удачи, коллеги. Спасибо большое.